Сегодня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, российские спецслужбы предотвратили несколько терактов в нашей стране, которые должны были осуществить боевики, специально подготовленные Исламским государством, организации, запрещенные во многих странах, и готовили этих террористов именно в Сирии, чтобы потом забросить на территорию нашей страны. Сегодня привели конкретные данные. Как подчеркнули в комитете, разумеется, сообщать можно не обо всем. Большая часть работы скрыта. Спецслужбы действуют на упреждение, но некоторые детали все-таки раскрыли. Некоторое время назад в Россию из Сирии была направлена группа матерых боевиков в составе 4 человек. Задачей совершить теракт в общественном здании одного из наших городов. При этом бандиты были снабжены необходимыми документами, им был обеспечен легальный приезд в Россию через одну из стран СНГ. В течение нескольких дней они изучали объект намечаемой террористической атаки, сняли дом, в котором оборудовали свою базу, приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Оперативный контроль за ними был установлен с самого начала. И в нужный момент все они были задержаны. Скоро предстанут перед судом. И это только один из примеров. Как подчеркнули сегодня на пресс-конференции, боевики ИГИЛ организовали целое подразделение, которое занимается подготовкой терактов исключительно в России и Европе. Завербованы туда, по данным комитета, в основном выходцы из Северного Кавказа. В этом направлении спецслужбы тоже работают так. Пресекли выезд в Ирак и Сирию более 100 россиян.